Здорово, думаю, не каждый из вас знает то, что я, Рома Ро и Сибскана 2 недели пропадали в Таиланде. А все потому, что ролики на канале стабильно в это время выходили. Ну а все наши эпичные приключения видели лишь те, кто подписан на мой инстаграм. Так что подпишитесь, чтобы не пропускать самое интересное. Ну а сегодня давайте не пропустим Happy Go Lucky. Молодой человек, а вы мне поможете заработать денег? Как тебе помочь, мой родной? У меня есть в кармане немножечко, а я хочу, чтобы их было очень много. Берешь эти немножечко и идешь в волшебную страну. А как эта страна называется? Это страна 1xBet. Там замечательные жители, которые называются большие коэффициенты. Есть мэр, который называется быстрый вывод средств. А есть еще тетка, которая зовется множество спортивных дисциплин. А где мне найти эту волшебную страну? Просто нужно посмотреть внизу в описании. Наш последний выпуск Happy Go Lucky был просто чумовой. Мы поймали диспетчера из сердца Челси, Фрэнка Лэмпарда. Также к нам в команду присоединился Хон Мин Сон. Ну и напоследок Футхед нам принес еще и Мане. Помимо этого, пока я отдыхал, в FIFA происходили апгрейды, и наш Фернандиньо апнулся на один рейтинг. Брали мы его, когда он был рейтинг 87. Рейтинг нашей команды уже 85, но сыгранность только 86. А это значит, что мы по-прежнему открываем только случайных игроков. Но как только сыгранность у нас станет 100, тогда мы уже начнем открывать только золотых и будем двигаться в поисках своих тоти. Ну а сейчас 10 случайных игроков на футхеде. Как давно я не был на этом сайте, я аж соскучился. Сейчас 10 случайных игроков, и первый это нет. Если бы мы его поставили на центрального защитника, то, может быть, это принесло бы нам какую-то сыгранность. Но брать, наверное, мы его все-таки не будем. Нет, 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 нет. Эдинсон Кавани 89. Это, конечно, не то совсем, что нужно. Но даже для того, чтобы у нас рейтинг был красивый, мы его возьмем. Нет. И последний игрок. Это нет. Из первой десятки только Кавани присоединяется к нашей команде. Но я совсем забыл, что в конце прошлого выпуска мы с вами поймали еще и Жоа Канцело, его карточку, которая стоит на правом полузащитнике. Только тогда она была рейтинг 87. Но сейчас его апнули, теперь она 89. Неплохо. Ну и нам остается разве что только найти первого соперника. Тибо Куртуа, Варан Альба и средненькая Ла Лига. То чувство, когда так давно не играл в FIFA, что можешь даже проиграть, наверное, такому составу. Вы посмотрите, как соперник нас прижал и облак только выручает. Так, нужно держать этого засранца. Что-то у него постоянно идут удары, и это крайне опасно. Самое время отвечать своей собственной атакой, Вира! Первый гол, отлично. Ну а что, оставили одного нашего француза. Ему осталось ударить и переиграть Куртуа. У нас, кстати, в защите-то игроки играют не самые сыгранные и не самые лучшие. Проблемы могут быть, и сейчас соперник с кик-оффа сразу же сравнивает. Это в нападении действительно можно неплохо разыграть, но в защите у нас реально косяки. Но зато в нападении Фрэнки Лэмпард 2-1. Пока что, по первым впечатлениям о Лэмпарде, я за него, кстати, поиграл еще несколько матчей, он реально крутой. Мы с вами сейчас ведем, но нужно съедать соперника. Вы посмотрите, просто прямой удар облак не тащит. Так, ну давайте, сейчас самое время забивать, Фрэнки! Как ты не переиграл сейчас Куртуа? Казалось бы, вот сейчас-то как раз все должно произойти. Но у нас с вами угловой, Вира попадает в перекладину. Последняя атака, Сон бьет и угловой. Ну, судья вряд ли нам даст еще поиграть, так что сейчас бы забить. Первый тайм 2-2. В опорочку отправим Виру, а слева попробуем Канцело. Ой, какая могла сейчас быть передача на Канцело, и нужно решать Канцело. Вышел на замену и выводит нашу команду вперед. Первый номер. Жоа Канцело, 89. Эх, под этого парня Криштиану Роналду бы. Канцело снова на скорости, на скорости. Сейчас можно. Ой, сам! Давай дубль делай. Ладно, Фрэнки Лэмпард. Так, а на Фрэнки-то записали или Варан забивает гол свои? Походу, автогол. Блин, вот так Канцело, как он разрывает оборону соперника. И сейчас у нас уже Мане может быть на ударной. В идеале, конечно, делай хэт-трик, но Лэмпард, к сожалению, второй так и не забил. Записали как автогол. Ой-ой-ой, Родриго на ударной. Попадает в перекладину и мимо. Мог сейчас третий забить соперник. Ой, хорошо. Канцело, будь первый, Канцело, это дубль Канцело, еще есть время, чтобы сделать хэт-трик за этого парня. Пока что нас с вами ждет только 20 случайных игроков, но хотелось бы, чтобы было 3 золотых, и вот она, наверное, последняя атака через Канцело, сам, беги, отыграй Соном. Последняя атака, Канцело падает, Куртуа, не снес ли ты случайно нашего Лэмпарда? Мы побеждаем со счетом 5-2, но, к сожалению, сегодня без хэт-трика. Дубль Канцело, гол Лэмпарда и Виры, плюс автогол соперника. 15 случайных игроков за 5 забитых мячей и 5 случайных игроков победы. К сожалению, без золотых, но 20 случайных игроков это тоже нормально и могут выпасть классные ребята. Первый это у нас нет. Нет, 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 нет. На всякий случай, да? Нет, 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 нет. И последний игрок это
Нет. 20 игроков, но толковых из них вообще нет. Можно было, конечно, взять серебряного левого защитника из Порту, чтобы сыгранность была у нашего Филиппа, но это все равно не решает наши проблемы. Чтобы решить наши проблемы, нужно играть, нужно побеждать и забивать как можно больше. Муса, две иконы, Саксес справа на фланге. Ну, странный состав. Настолько странный, что нас сразу разорвало. Ну, а здесь икон нету, но составчик достаточно интересный и, конечно же, Вернер, который часто заставляет проблемы мне. И, собственно, Вернер сразу на ударный нельзя ему дать кикоффа. Очень активно пытается начать наш соперник, но и прошлый начинал активно, а в итоге погорел крупным счетом. Так, ну а мы с вами сейчас постараемся сразу решить все проблемы. Нифига себе, Скорпионом пытался Филайни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это было очень красиво, но наши защитники должны были это закрывать на раз. В итоге получается опасная атака. С этим соперником нужно реально аккуратно, потому что проходит у него игрок и забивает нам первый гол. 26-я минута, мы горим. Самое дурацкое, что нам даже просто победы мало, нам нужно забивать как минимум хэт-трик, чтобы открывать золотых игроков. Ведь они нам нужны! Вера не забивает сейчас в 100% ситуации. А у соперника на воротах Фарман, да, наш любимый? Ой, какая хорошая! Патрик Вера! Нужно забивать! И ты делаешь это! Очередной гол нашего француза. У нас, по-моему, все забивают в команде, кроме Сона, который стоит на острие атаки. Так, ну в прошлом матче у нас тоже было после первого тайма ничья, и сейчас все-таки тоже будет ничья, потому что Фарман не хочет пропускать. Хотя момент был, конечно, супер голевой. Опасный штрафной. Его сейчас можно хорошенько разыграть. И очень долгий разбег у Фрэнка Лэмпарда. Очень долгий. А у нас, кстати, с вами на поле вышел Кавани. Первый удар и сразу гол нашего уругвайца. Фрэнки Лэмпард. Неплохой удар, неплохой, но не пробили. Неплохо. И сейчас Сон, наконец-таки у тебя появился шанс, ну Фарман. Воу-воу-воу, полегче. Давай ты сейчас будешь. Что же тебя никто остановить-то не может из моих защитников? В идеале, если у нас получится сделать хэт-трик, Кавани рикошет. А вот это хорошо сейчас. А вот это хорошо сейчас и навеси головой Сон. Кавани добить. Ты мог бы и выпрыгнуть получше. Лэмпард! Дожали все-таки в этой атаке 3-2. Фрэнки Лэмпард. До хэт-трика мы с вами, скорее всего, уже не доведем, но как минимум забить еще мы с вами должны и не упустить победу. Причем не упустить победу это намного даже важнее. Так нас с вами будет ждать пускай не самое большое, но все-таки неплохое открытие. Но Фарман. Ну все, последняя атака соперника. Сейчас мы ее останавливаем, и матч заканчивается. 3-2 счет. Кавани, Лэмпард и Вейра забили по голу. И у нас с вами получается 9 случайных игроков, 3 забитых мяча и 5 случайных игроков победа. В 20 случайных нам совсем ничего не выпало, но может быть 14 случайных будут поудачнее. И первый игрок это нет. Нет, 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 нет. Может быть из этого даже что-то получится. Давайте возьмем. Нет, нет, нет. И последний игрок... Нет. Ну что же, за сегодняшний выпуск у Зулова у нас только Эдинсон Кавани 89. Больше мы с вами, к сожалению, никого не поймали. Хотя случайных игроков мы с вами открыли действительно немало. Но уж слишком много там бронзы и серебра. Нам как можно скорее нужно добивать сыгранность до соточки. И тогда мы с вами уже будем открывать только золотых игроков. Это будет уже совсем другой уровень. Ну а так, огромное спасибо всем за просмотр. Ребят, подписываемся на мой инстаграм, ставим лайки под этим роликом. Подписываемся на канал, кто еще этого не сделал, чтобы не пропускать новые. Ну и с вами был Денчик, скоро увидимся. Я хочу твой друг, мало...